Друзья, здравствуйте! Сегодня 25 апреля. Зацвело у меня немного красавиц, но зато каких. Хотела бы снять видео с ними. Ну, начнем, как обычно, справа налево. А здесь у меня цветет кратер. Дуриган кратер. Дуриган кратер у меня цветет, ну, наверное, уже третий раз. Чем нравится компактность его ботвы? Это один из самых некрупных по размеру дуриганов. Цветы такие красивые, восковые. В принципе, как и у всех дуриганов. Очень ароматный. В этот раз он дал 4 цветочка. Но в этот раз получился один цветочек мутант. Ну вот можно видеть здесь вот. На губе, на колонке. Вот. Немножко по-другому должно быть, как вот там. Ну, в общем, я не расстроена. Они могут немножко мутировать, потому что это орхидеи, котлеи, которые часто выдают пилоричную форму. Даже один раз он распустился, на одной части был пилоричный. Вот. Дуриган. Дальше у меня здесь цветет красавица первый раз. Это контига. Вот с такой вот бирочкой. Вот она. Что в этой котлее? Ну, конечно, красавица, рекс в родителях и лобиата семиальба. Ароматная, очень ароматная, нежный такой аромат. Красавица. Я долго ждала, когда она распустится. Мне было очень интересно. Все это первый раз происходит. Растение, ну, такое вот, как обычная котлея. То есть не маленькая, не большая, средняя. Красавица. Вот такая вот. Дальше у меня на заднем плане цветет котлея Шрёдери. Котлея Шрёдери у меня была поделена в прошлом году, поэтому она у меня зацвела с акклиматизационного тубера без чехла. Вот она на фотографиях, на видео, просто шикарно смотрится. Но цветок, если так брать, то, наверное, не совсем крупный относительно куста, как-то растение крупнее. Дальше у меня здесь цветет энциклия кардигера. Вот такая вот красавица с трех цветоносов. Ну, честно, энциклии такие интересные растения. Не зря их любят. Очень ароматные. Хорошо цветут, достаточно компактные. И цветочек у нее где-то 2 месяца держится, потому что он тоже такой плотный, если на фоне руки. Вот такая вот губа. И вон там их получается 3 цветоноса. Цветет моя котлея Мосси цирулейная. Мосси у меня красавица, конечно. Цветет уже второй раз у меня. Форма цветка красивая, губа. В этот раз 2 цветка было. Я ее не делила, просто на втором цветоносе бутоны засохли в чехле. Не знаю, с чем связано, но вот такой вот в этот раз. Ну, цветок не менее прекрасен. Цветет у меня здесь фрагмипедиум. Это фрагмипедиум эквадорский, гибридный. Тоже сейчас бирку достану. Вот такой вот фрагмипедиум. Он револьверного типа цветения. Вон там второй бутончик. Вот такой вот красный, яркий, красивый. Но он, это свежая поставка, поэтому немножечко был подморожен. Поэтому здесь немножко сухо. Но дальше растение развивается. И здесь тоже выходят внутри зеленые листочки. Поэтому не страшно, он цветет, растет, корневая хорошая. Остальные зеленые листья выглядят упитанными. Тоже первый раз у меня цветет. Это я получила с Эквадора. Решила оставить себе. Это лелия Анцепс Вейчиана. Голубая форма. Чем отличается Вейчиана от обычной Анцепс? Ну, первое, наверное, это размером цветоноса. Это, наверное, бульбами. Потому что, например, и листьями у нее не такие большие, у анцепса намного длиннее и тоньше листья. Более круглые бульбочки, у тех более вытянуты. И, конечно, не длинный цветонос. Вот он. Цветок, конечно, менее крупный, но не менее красивый. Вот именно вот такой вот голубой оттенок цветка, как и хотела. У нее 3 цветоноса, пока я заснимаю только один. 2 находятся в стадии развития еще. По-моему, она немножко пахнет, но не сильно.
Вот такая вот красавица. Ну и, конечно, закончим стол с цветущими. Это, как многие узнали, это Катлея люминоза. Но люминоза, наверное, необычная. Я ее покупала давно очень, подростком. И, в общем, вот такая вот люминоза. Красивая. Она, конечно, отличается. У меня есть еще люминоза, просто без приписок разных, обычная. Я попробую на камере показать губу, если она возьмет. Вот, берет. Прожилки в губе довиановские. Например, в прошлой люминозе у меня такого не было. Просто губа такая вот цвета сиреневого. И лепесточки более рыжие. Здесь лепесточки более бурые. Ну, все-таки интересно, когда гибрид получается, как он процветает. Цветок крупный. Ну, крупный, потому что он один. Да и куст еще небольшой. Растение цветет первый раз. Ну, в общем, вот такой вот небольшой обзор по цветущим. Мне иногда даже самой бывает интересно посмотреть, что у меня цвело. Ну и, конечно, кто любит красоту, кто любит цветы, кому-то интересно. Рада, что и вам это понравится. Хорошего дня всем. Пока-пока.